В нашем конкурсе в прошлый раз выиграла Кунсулу из Караганды. К сожалению, на свидание со мной она прилететь не сможет, поэтому мы ей сейчас просто позвоним. Скажи, ты получил от нас 5000 тенге? Да. Пообещай нам в прямом эфире, мы как раз сейчас записываемся, что ты не будешь больше никогда смотреть клипы группы Ламия. Нет, я не могу такого пообещать. Почему? Возможно, у них будут какие-то интересные клипы. Крыша не сносила мне, Сомневаюсь, что после этого выпуска Кунсулу еще будет смотреть клипы группы Ламия. Ламия подарила нам аж 5 клипов за год. В принципе, неплохо. Крольчихи дают приплод 3 раза в год. Кстати, о мясе. Недавно девушки снялись в рекламе мясокомбината. Каннские львы курят в сторонке. Их дебютный клип на песню «Береги» очень грустный. Он защищен моей любовью, бою. Ничего себе, они завернули ребенка и подали как донер? Для этого я умылся, чтобы покушать любимый донер. Полторашку за 500 тенге. Алло, дорогой, мы по-разному поем, мы по-разному едим, мы по-разному храпим и чистим зубы. Мы разные люди, абсолютно. Да, мы расстаемся. И не звони мне больше. А, да, это я тебе звоню. Казахстанский продюсер и жнец, и швец, и на дуде игрец. Поет. Шепчу про себя, а-а-у, крышу снесло тебе, е-е. Танцует. Уже новая коллекция, и забилось бесстримое сердце. И модно одевается. Удели ты мне внимание, мой малыш. Не понимаю, зачем так унижаться ради поездки в Париж. Забилось бесстримое сердце, первым классом и шампанским хочу. Село Париж в Нагайбакском районе Челябинской области. Нагайбакского. Уже новая коллекция, и забилось быстрее мое сердце. Первым классом и шампанским хочу в Париж. Да, судя по нарядам, имелось в виду коллекция Хучинджи, чей бутик находится на барахолке в 16-м ряду возле 3-го контейнера. Сохрани свое дыхание, прошепчу тебе я заранее. И тогда, возможно, поднимусь на кране я. Вот такая мы, куда бы деться, одаренная группа Ламия. Ламия – демон, преследующий главную героиню в фильме «Затащи меня в ад». Блин, почему мне никто об этом не сказал? Они же меня найдут и съедят! Мало кто знает, что «Мой генерал» — это саундтрек ко второй части «Бригады». Как, спросите вы? «Кролики мясокомбината», — отвечу вам я. С вами была Ди. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе всего бреда, что я несу. Пишем? Да-да, Ди, а сколько они вообще стоят-то? Кто, Ламия? Ага. Ну, 1007, наверное. Долларов, что ли? Ой, нет, тенге. Ну их трое же, значит, это 21, наверное.